1,11. Что такое ангельская нумерология и что означают числа ангелов? 11 ноября рассказываем, как расшифровать числовое послание, скрытое в комбинации из трех одинаковых цифр. Вы когда-нибудь замечали, что то и дело натыкаетесь на одинаковые числа? Например, перед тем, как уснуть, видите на часах 2 часа 22 минуты. С утра покупаете кофе за 220 рублей, а вечером обращаете внимание, что выбранный на Netflix фильм длится 2 часа 22 минуты. По мнению нумерологов, на удивление складные комбинации цифр попадаются на глаза неспроста, их следует воспринимать как послание ангела-хранителя. В повторяющихся цифрах скрыт тайный шифр, которую можно разгадать по подсказкам нумерологов и доверившись собственной интуиции. Ангельская нумерология – это сочетание цифр, привлекающих внимание, при виде которых вы невольно задаетесь вопросом. Что бы это могло значить? Время на часах, номера автомобилей и домов, цифры на чеках, билетах, документах. Числа-символы могут появиться практически везде. Какие числа нумерологи приписывают к ангельским? В первую очередь, тройные комбинации из одинаковых цифр 111222, содержащие повторения, например, 1515, зеркальные числа, вроде 2112 и палиндромные, то есть, неизменные, если их прочесть в прямом и обратном направлении. 303. Популяризатор ангельской нумерологии, американская писательница, коуч и психолог Дарин Верчи считает, что если одинаковые цифры замелькали в вашей жизни в редкостно впечатляющих комбинациях, это означает, что ангел-хранитель желает сообщить вам нечто важное. Особое значение вещих чисел объясняется принципами нумерологии, согласно которым все цифры наделены определенной энергией и частотой, и потому в сообщениях такого рода скрыт важный посыл. Вот в частности, что означают тройные комбинации одинаковых цифр согласно ангельской нумерологии. Если вам часто встречается то или иное сочетание, воспринимайте эти объяснения как ориентиры для намерений и поступков. Ангельские числа работают не хуже гороскопа. Ангельское число 111. В нумерологии цифра 1 означает инициативу, и потому трехзначная комбинация единиц напоминает о необходимости поверить в себя и приступить к действию. Число 111. Символ решительности и смелых начинаний, побуждает выйти за пределы привычных границ и зоны комфорта, вдохновившись новыми возможностями. Ангельское число 222. Цифра 2 символизирует баланс и гармонию, и ангельское число 222 призывает забыть о сомнениях. Вы на правильном пути, который приведет вас к заветной цели. Двойка также означает партнерство, поэтому эта комбинация служит напоминанием о том, что не обязательно уповать лишь на себя, а пора обратиться к партнеру или наставнику, чтобы он, она, помог вам продвинуться вперед. Ангельское число 333. Тройка в нумерологии ассоциируется с творчеством, общением и личностным ростом. Тем, кто повсюду встречает троицу троек, следует активнее налаживать контакты и делиться своими идеями с влиятельными людьми. Будь то профессиональная деятельность или хобби, число 333 подсказывает, что сейчас самое время вкладывать больше энергии и креатива в то, что вам действительно важно. Ангельское число 444. Тройная комбинация четверок то и дело мелькает перед глазами, когда вы чувствуете себя тревожно и одиноко. Это число символизирует стабильность и мощь, напоминая о том, что нельзя сдаваться, а надо черпать силы изнутри, раскрывая природный потенциал.
444 – намек на то, что вы в состоянии контролировать свою жизнь, и у вас немало союзников, внушающих уверенность и безопасность. Ангельское число 555. Если вы в последнее время регулярно сталкиваетесь с трио пятерок, то должны быть готовы к неожиданным возможностям и приключениям. Согласно нумерологии, эта комбинация указывает на открытость новым возможностям или знакомствам, которые станут для вас судьбоносными. Это число призывает принять неизвестное, исследовать неизведанное и разглядеть преимущества в грядущих переменах. Ангельское число 666. Троица шестерок – это не пугающее число сатаны из серии ужастиков «Омен», а знак того, что вам следует сделать паузу и поразмыслить. Оценить, насколько вы счастливы в настоящее время и что изменить, чтобы достичь желанной удовлетворенности. 666 – это призыв взять на себя ответственность за собственную жизнь, принимать осознанные решения и не слишком полагаться на других. Ангельское число 777. Три семерки в разных интерпретациях появляются, когда вы слишком напряжены и теряетесь в страхах за будущее. Ангелы шлют вам этот шифр, призывая отдаться течению жизни и избавиться от иллюзии контроля. Семерки сигнализируют, что вы чрезмерно увлеклись планированием, вместо того, чтобы довериться моменту и позволять событиям развиваться без вашего активного вмешательства. Ангельское число 888. В нумерологии цифра 8 означает бесконечность. Это счастливое число, посылая вам три восьмерки, ангелы сообщают, что вы находитесь в правильном жизненном потоке и все сложится так, как вы надеетесь. В то же время комбинация 888 напоминает о благодарности и милосердии по отношению к другим. Если у вас все хорошо, помогите ближним, чтобы вокруг крепли и множились положительные вибрации. Ангельское число 999. Согласно нумерологии, три девятки символизируют завершение одной из глав в вашей жизни. Настало время перевернуть страницу. Будь то проект, над которым вы долго работали, или особенный человек, с которым вы встречались, этот этап подошел к концу, вам пора на следующий уровень. 999, номер билета в будущее, код нового этапа вашей личной истории.